Мусорная реформа под контролем. В четверг в Доме национальности представители Общественной палаты, ТОСов и регионального штаба Общероссийского народного фронта обсудили основные проблемы вывоза ТКО. По словам специалистов, контроль за реализацией законопроекта просто необходим. Мы вот сегодня собрались для того, чтобы это все решить. Вот видите, мы все-таки достаточно продуктивно сегодня поработали с Народным фронтом, и с Народным ЖКХ, и с территориальными общественными самоуправлениями. И все-таки решили создать такую рабочую группу или экспертный совет. Предполагается, что в экспертный совет войдут экологи и профессиональные юристы, которые смогут помочь в решении проблем с законодательством, а их накопилось немало. Представители Народного фронта планируют наконец разобраться и отрегулировать схему вывоза отходов. Специалисты считают ее нерентабельной. Наши эксперты говорят, что можно за меньшие тарифы делать гораздо более лучшие результаты. И заявление, допустим, по другим вопросам, что наши эксперты там негодные или бестолковые, обычно время показывает, что ситуация другая, и что, в общем-то, мнение наше правильное и выводы наши правильные. По словам экспертов, рентабельную схему вывоза мусора создать вполне возможно. При успешном исходе тариф не будет превышать 60 рублей. По итогам рабочей встречи собравшиеся пришли к выводу, что экспертный совет будет работать на базе областного штаба ОНФ, а рабочую группу составит Общественная палата. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.